Ремонт. Именно его в этом году планирует почти треть россиян. И самое подходящее время для этого – весна. Мы решили выяснить, сколько планируют потратить на ремонт жители нашего города. Планируем потратить очень мало. В пределах 100 тысяч. Я планирую уложиться 1200, вот, примерно так. Ну, плюс-минус там. Может быть, что-то придется докупать потом еще. Половина от стоимости квартиры. Больше миллиона. Экономить на ремонте себе дороже, тем более, когда есть те, кто готов помочь в поиске средств на качественные стройматериалы и работы. Весной растет количество клиентов, оформляющих кредиты на ремонт. Их, а также всех, кто планирует крупные траты, мы приглашаем в Банк Восточный 20 и 21 марта. В эти дни банк работает до последнего клиента, а условия выгодные. Можно взять кредит с платежом всего от 30 рублей в день. Таким образом, ремонт можно сделать по цене проезда в общественном транспорте, если вовремя воспользоваться помощью банка.